Собирай-ка-ська, народ, у нас ярмарка идет, а на ярмарке что есть, вам всего не перечесть. Можно сказать, что именно под таким девизом в Орске прошла ярмарка, приуроченная ко дню города. Ежегодно на Комсомольской площади выстраиваются ряды с товарами от местных производителей. Сезонные фрукты и овощи, рыбы, мясо всех сортов, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также саженцы, украшения и многое другое. Мы спросили арчан, как часто они ходят на ярмарку? И что их здесь привлекает? Часто на ярмарки ходите? Практически ежегодно, когда в городе нахожусь в это время. А что вас привлекает? Привлекает обилие товара, выбора, много производителей видно. Ну и гарантия качества продукции, что можно взять непосредственно с первых рук. Здорово. А что вы обычно вот присматриваете на ярмарках? Ну вот сегодня прям богата ярмарка медом. Вот большой выбор. Рыба, мясо. Вот все как и все. Масло подсолнечное. Муку, яйца, молоко, масло, творог, сыры. Там вот такая продукция. Часто на ярмарки ходите? Первый раз. Первый раз. А что вас вот уже успело привлечь? Мед. Мед? А уже что-то приобрели? Да. Что это такое? Огневка. А что вас привлекает вообще на таких мероприятиях? Ну, цены, выбор. А что-то уже приобрели? Да, мед. Часто на ярмарках бываете? Ну, не часто, но бываю. А что вас привлекает? Мясные изделия, мед. Мы каждый год ходим несколько раз, есть и сельскохозяйственные, вот такая, и саженцы покупаем. Все очень нравится, цены хорошие. А что сегодня уже успели приобрести? Я вот сейчас пойду за медом, еще не успела, но вот к меду иду.